новая высота. Ульяновские аграрии преодолели отметку в 1 000 000 тонн намолоченного зерна. Хлеборобы надеются перешагнуть свой рекорд 2017 года. Тогда земледельцы собрали максимальный за 27 лет урожай – 1,5 миллиона тонн. В этом сезоне обмолочено только треть площадей. С достижением аграриев поздравил губернатор Сергей Морозов. Собственными силами, в полном объеме, не только обеспечили себя в виде внутренних потребностей в зерне и тем самым сохранили нашу продовольственную безопасность, но имеем теперь полную возможность направить существенную часть урожая на экспорт. Средняя урожайность по области составляет 40 центнеров с гектара. Но есть рекордсмены. К примеру, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Возрождение» Чердаклинского района урожайность составляет 72 центнера с гектара. Также среди передовиков хозяйство Меликесского, Сурского, Цельнинского районов. Успешные показатели у нас и Сурский, и Корсун, и Цельнинский район на сегодняшний день достаточно отличается с хорошими результатами. Новоспасский район, который находится у нас в южной зоне, при этом достаточно засушливый район, и тем не менее они демонстрируют показатели порядка 50 центнеров с гектара. Работать в этом году сложно. Погода изменчива, да и в регионе действует ряд ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой. Однако земледельцы полны оптимизма, работают с раннего утра и до поздней ночи. Перед ними стоит амбициозная цель – намолоть до 2 000 000 тонн. Анна Тищенко, Юрий Конихин. Новости из Чердаклинского района.